Ковалева и ансамбль «Буратино». Браво, Наташа. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие зрители. Давайте еще раз поаплодируем этому невероятному человеку, который придумал для всех нас эту маленькую волшебную страну, которую любят и взрослые, и дети. И знаете, что Илья поражает? Порой приезжаешь, эту песню любят во всем мире. Приезжаешь в какие-то другие страны, детки не говорят на русском языке, но поют песню про маленькую страну. Низкий вам за это поклон. Спасибо, Наташа. Спасибо. Наташа Королева, спасибо. На конкурсе Юрмале первого созыва в 80-х годах победителем вышел Родриго Фоминс. И он тогда пел нашу с Паусом песню «Путь к свету». Сегодня эту песню будет петь участник, опять же, замечательного фестиваля «Голос» Георгий Юфа.